Шоколадные реки, фруктовые берега. Норильску 60 лет. В Анапе праздник. Сладкий стол, угощение и вместо традиционных свечей на торте фейерверк в небе. Все по-настоящему, как у взрослых, только лучше. День рождения, тем более юбилей, можно отметить на пляже, на горячем песке или в море. Взрослые такой науки не понимают, разве только один президент сказочной страны Виталии, где всегда лето. Мне бы хотелось бы, чтобы третья лагерная смена вот на такой позитивной ноте, как у нас на нашей торжественной линейке, также и продолжалась. Теплого моря вам, улыбчивого солнца и, конечно же, огромное количество новых друзей. Познакомиться и подружиться Вите легко на общей зарядке утром, до обеда на пляже, вечером на дискотеке или на творческом концерте. Поводов много и все интересные. Спасибо тебе, Виталия, за этот волшебный подарок. Берегите свою родину! В стране Виталии началась третья смена лета. Яркая, солнечная, с отличным настроением и эффективной системой оздоровления северян. Норильск признан самым экологически загрязненным городом в мире. Поднять иммунитет ребятам помогают в Анапе, в детском санатории «Вита». Наталья Пухальская, Вадим Родин, Анапа регион.